ты меня спросил, не понял. Антоновский мост. Я говорю, ездили через Антоновский мост. Хуёво там вот эти пробоины. А он говорит, ну да, по Антоновскому мосту ездили, опять берег Днепра, оттуда привозу ранен. Я же не рассказал, что их управление разъебали, да, всех? Нет. Их управление, потому что в реале там всему пиздец, в ракеты прилетело, всех замполитов, замподпилок, всех, кто сидели в управлении. Командный пункт КП, их есть, после всех разъебали. По дням получается так, если живой остался, то начались проблемы, понимаешь? Я пошел только из-за денег, блядь, пошел из-за денег, а их нихуя не дали, только, блядь, натерпелся и бестолку, понимаешь? Да. Тогда надо самоликвидировать.